По результатам уборочной кампании каждое предприятие Иволги выявляет лучших в своем деле сотрудников – механизаторов, аппаратчиков, водителей, мастеров и других рабочих. Это праздник не только хлеборобов, но и праздник всех жителей района, которые работают на земле. От зари до зари работают на земле и поставляют на наш стол не только хлеб, но и другие продукты питания, молоко, мясо. Премии и грамоты сотрудникам вручили от компании «Иволги Холдинг». Также несколько работников наградили от имени Ауликольского района. В их числе и Жибек Бекеева. На Аманкарагайском элеваторе аппаратчиком обработки зерна она проработала уже 17 лет. Для нее было очень почетно получить эту награду. Когда раньше поздравляли наших на участке людей, мне было приятно за них, за то, что вот они заслужили вот это вот и премию, и вот грамоту. Приятно вообще за своих, которые работают в коллективе. Мне за них приятно. И мне сейчас вдвойне приятно за себя. В этом году из-за погодных условий посев в Ауликольском районе пришлось начать на 10 дней позже обычного. Поэтому и уборка зерновых затянулась, объясняет руководство района. Но несмотря на проблемы, в регионе удалось убрать весь урожай. Трудности, на то и не трудности, чтобы их преодолевать. Мы получили неплохое по холдингу, самое качественное зерно, заготовили корма, выполнили задание по заготовке соломы. В принципе, мы готовы к зимовке. В Ауликольском районе три крупных предприятия «Иволги Холдинг» – Аманкарагайский элеватор и товарищество «Аман-Терсек», а также «Буревестник Агро». Последний является лидером по качеству и количеству зерна. В этом году «Буревестник» в среднем набрал 9,2 центнеров с гектара. На следующий год предприятия района настроены только увеличивать объемы. Алексей Базарнов, Дмитрий Кочетков, Валерия Зиновьева, РТН, Ауликольский район.